Благодаря благоустройству Краснознаменский сквер, который находится в центре города, очень быстро стал еще одной точкой притяжения в Щелкове. Здесь любят отдыхать жители разных возрастов, кто-то неспешно прогуливается по пешеходным дорожкам, другие на свежем воздухе отдыхают на скамейках, дети играют на современной игровой площадке с безопасным покрытием. Скоро этот зеленый островок среди многоэтажек станет еще притягательнее. В рамках акции «День добрых дел» здесь высадили саженцы деревьев. В ней приняли участие ребята из Совета старшеклассников, молодогвардейцы и волонтеры молодежного центра «Навигатор». К ним присоединились представители администрации и общественности. Замглавы города Герман Верницкий поблагодарил участников за неравнодушие к родному городу, в котором живем, работаем, учимся. В акции приняли участие около 40 человек. Красный клен, дуб, сосна – всего в сквере высадят 50 саженцев.